24 июля 2023 год. Работаем в лагере Станя. Сейчас у музей-комплекс для бедных лагерей. Тут у нас вот надпись сохранилась. Вот она надпись. Музей-комплекс для бедных лагерей. Вот. Ну, помоги ему, да, если. Че, брат? Заправка нужна и даже техники. Не только людям. Понятно. Так, вот тут территорию выбирает. Тут вот аналоя хотят восстановить, где раньше у нас Евангелие читалось, когда лагерь там действовал. Братья тут крестом занимаются и колокол основной, который мы ударяли. Одно из важных моментов. Там, наверное, поди саморезы, да? Или гвозди? Гвозди, да? Ну и что, подходят? Ну, это сравнять, ну, с помощью земли. Да тут что-то это. Или здесь добавить. Сейчас я здесь добавлю. Так. А там Николая надо просить. Он скосит. Он скосит потом. Крапива занимается. Одно из любимых занятий. Сорняк такой здоровенный убирать. Все, конечно, раз мы перестали жить летом с детишками, все стало сразу рушиться, облазить. Их там ставим кельи. Это келья вообще тут сбоку. То ли скотина зашла, протаранила, то ли уже сгнила просто-напросто. Вот она такая дыра. Заново надо восстанавливать. Такие деревья выросли гигантские. Здоровые. Это у нас пекарня. Завтра я застал это время, когда стряпал хлеб даже. Здесь вот у нас комната отдыха. Даже могу показать немножко ее. Вот она как выглядит. Теннисный стол, качели занесены, которые на улице раньше стояли. Вот тут даже места из Библии есть. Вот. Источник жизни – Слово Бога Всевышнего. Пришествие вечной заповеди. Сирахова там. Там написано: вымыв всякая премудрость от Господа, и с ним пребывает вовек. Вот оно место из Библии. Сок морей и капли дождя, дни вечности. Кто исчислит? Все одному Богу это все известно. Там он коровок пасут. Коробки. В этот раз у нас всего два человека держат, две семьи коров, потому их не так много. Это вот раньше тут были всякие турнички, все это упало, столбы сгнили, здоровые. Целевые указания, брат, сейчас здесь заканчивают, там где-то еще особенно начать откуда лучше. А где сказали?
Да не знаю, он говорит, везде тут покоси. А, ну конечно. Везде. Ну везде, где? Имеется в виду в первую очередь, где чтобы работали, чисто и чтобы им было. Ну видишь, там не покосишь, где братья работают, там Виктория растет, ты ее скосишь. Клубника. Покоси. Ну где-то здесь все косит. Вот тут надо будет забор восстанавливать. Ну там чуть-чуть вдоль забора-то вот там я очистил, вот. Здесь надо чуть еще подход им сделать, да? Да-да-да, вот здесь, вдоль забора, вот так пройди везде. Все. Ага, все, да. Спасибо. На ширину взмаха. Я еще наушники и псалтырь слушаю. Да? Да. Ну смотри, а ты слышишь других-то, если тебе... Да, сейчас слышу я тебя, слышу, у меня да? Сейчас... Ну смотри. Ну все так вот, видишь, все позгнивало. Словословие Божие здесь, здесь и здесь. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Да. Все народы окружили меня. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Я не сложил их. Да. Ну ладно, с Богом. Мы палатку не взяли, палатку надо было взять, траву вытаскиваешь. А, траву, да. Угу. Надо будет подумать. Пойдет, пойдет. Я имею в виду. Она свяжется, да, да, да. Хотя... Да нет, все нормально, брат. Прибьется все. Прибьется. Короче, этому так если даже что-то где-то не подходит, подложите какую-нибудь дощечку. А, да. Все это выровняется. Ну, то, главное, это все, это, сейчас это, обмазывать и зарывать надо. Вот сзади тебя мазилка. Только вот на эту гнилушку клади, брат. Вот на эти, вот так ее поперек клади, вот эту вот самую гнилую, и на нее складывай вот эти вот где. А. Ну крест где стоял? Где он стоял? Вот здесь вот к этому был столб прикручен. Да, да, здесь вот столб к нему крепился. Вот видишь? Так же на саморезы, да, надо? На эти же штуки. То есть выкопаем сейчас яму, закапываем столб. Нет, я зачем так понял, что мы не копаем, а привязываем к этой. Нет, так надо столб. А, подожди, он же был это, врыт вроде, да, туда, да? Да, да, да. Но он сгнил, скорее всего, да. Нет, у тебя вроде бы он не сгнивший был. Он же много лет. Он был короткий. Не, сгнивший вроде был. А где он у вас? Он смотри. Забрали. А, вон. Вот они не сломанные, а отрезанные. Он не сгнивший, Володя, он короткий такой был, отрезанный. А, ну значит просто в трубе смотри, был. Смотри, Володя, вот этот не пойдет старый? Не. Там тут должен быть длинный, потому что он крест держит. Он должен быть длинный. А вот он такой один. Да. Ну значит, может придется даже и вкапывать. Вот тогда да. Сильнее стоять будет. Ну тогда если вкопаем, он начнет гнить. А? Если вкопаем, начнет гнить. Ну проживет сколько-то? Лет 5-6 проживет, потом опять надо будет гнить. Ну тогда такой столб. Не знаю, вот это она не выдернется. Если ее раскопать. Она достает. Можно выкопать. А, ну все тогда, во. Все тогда ямку копать надо. Столб стоял здесь. Можно где-то чуть-чуть как-то сместиться, если надо. Чуть-чуть. Вот видишь, все дело еще в корнях этих тополинных. Как земля пойдет еще. Так, тогда нам что, столбушок надо? Да, да, столб. Он тот, который хороший. Принесли самый мощный. Толстый, да? Мощный. Да, весь туда его. Да. Даже его обмажете потом. И сюда его. А где масло? А, вот. Здесь, вон, брат. Так, лопата. Я пока обмазываю. Давайте мне заодно тоже помочь, а я на да, не успел сказать, ну ладно. А ты попросил бы кого-нибудь. Вот это? Да. Да. Покрасивее. Покрасивее. Мы его и брали с этой цели. Я думаю, вот здесь сейчас мы положим, и я обмажу его.
Надо будет ближе к яме делать, чтобы потом не мараться. Ага, понял. Ага. Поперек, ну, положишь? Непосредственно, да, перед это, перед закопкой там. Да, 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 да. Угу. Ну все, слава Богу, Господь милостив. Аллилуйя.